Министр иностранных дел Армении Арай Вазян отправляется с кратким визитом в Москву. У него намечена встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, где будет обсуждаться вопрос разблокирования коммуникаций. Будет ли затронут в ходе переговоров памятник гитлеровскому пособнику Гаргинендже в зоне действия российских миротворцев в Карабахе, не уточняется. Но весь вопрос в том, что это недалеко единственный пример культа вокруг этого гитлеровского пособника и военного преступника, самым непосредственным образом затрагивающий Россию. На официальном сайте МИД Российской Федерации размещена информация о российских загранучреждениях в Армении, среди которых наличествует консульство Российской Федерации в Гюмри, где также дислоцирована 102-я российская военная база. В разделе «Контакты» указан адрес генконсульства 3103, город Гюмри, улица Гаргинендже, дом 1. Проще говоря, открывшееся в 2002 году Генконсульство России разместили на улице, названной в честь гитлеровского пособника и военного преступника, осужденного советским судом к 25 годам тюрьмы.